Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Они всегда стремятся действовать. Если носители этого имени родились добрыми и отзывчивыми, такими останутся на всю жизнь, как бы ни била их судьба. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква Ч в имени дает способность постепенно, но уверенно добиваться своей цели. Люди с буквы Х всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Значение буквы Ч в имени символизирует чувство долга, верность принципам, заботливое отношение к окружающим, импульсивность, умение рисковать и то, что мы называем личностью притягательностью, обеспечивает обладателям этого имени огромную популярность у противоположного пола. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Активизирует воображение. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Вибрации этой личности направляют на достижение жизненной цели, которая представляет собой открытый вызов обществу, заставляет постоянно конфликтовать с миром и самим собой. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Буква Х в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Чувствует себя неразрывной принадлежностью целого. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.